Дорогие друзья, перед вами новичок футбольного клуба «Калуга» Александр Петров. Александр, добро пожаловать в футбольный клуб «Калуга». Спасибо. Очень рад вас здесь видеть. Александр, как вообще возник вариант с «Калугой»? Ну, на самом деле, я в команду еще летом приезжал, просматривался. Ну, возник вариант, позвонили, предложили. Я приехал, мы познакомились с командой, тренерский штаб познакомился со мной, но там возникли проблемы с документами. И договорились, что вернемся к этому вопросу, как говорится, зимой. Ну, зимой вот я приехал, 20 января начался сбор. Ну, проявил себя и со мной заключили контракт. Замечательно. Но вы вообще до этого слышали про Калугу, про клуб? Ну, я, конечно, знал, что существует такой клуб, но я, честно, не следил за ним, потому что я живу в Санкт-Петербурге, и мне как-то ближе была зона Запад, чем центр. Ну, а про город что-нибудь слышали? Если честно, тоже нет. И приезжал сюда впервые. С городом еще особо не знаком, потому что у меня путь только на стадион, да, вот фитнес-зал. Надеюсь, когда приедем со сборов, тренировочный режим будет немножко полегче, потому что как-никак сейчас идут сборы, и тренировки довольно-таки интенсивны, и мы стараемся больше отдыхать, чтобы было больше сил на тренировках. Ну а что вы делаете в свободное время обычно? Ну, естественно, мы просто отдыхаем, лежим в номере, смотрим телевизор, после обеда спим. Ну, восстанавливаемся, потому что тренировки, я повторю еще раз, тяжелые. Ну, идут сборы. Хорошо. Ну, а как вам коллектив? Успели с кем-нибудь подружиться? Ну, со всеми ребятами хорошо. Коллектив хороший. И есть опытные ребята, есть и молодые. Такой сплав опыта и молодости. И все с друг другом хорошо контактируют, никаких проблем нету. Ты прошел школу питерского «Зенита». Вот. Какие впечатления остались? Что тебе это дало? Ну, это мне дало футбол. Я ее закончил. Я пришел туда в 6 лет и, можно сказать, с отличием закончил. Потом подписал контракт с дублем «Зенита». Все, что я умею в футболе, это дала мне школа «Зенита». И все благодаря тем тренерам, с которыми я там работал. Все благодаря им. Ты успел там познакомиться с кем-нибудь из известных игроков, вот, которые играют сейчас на том уровне? Ну, в свое время, да, я играл за дубль. И бывали такие игры, когда к нам спускали игроков с основы. И даже некоторые ребята, такие как Фатих Теке, ездили с нами на сборы. Ну, не скажу, что я с ними тесно общался. Ну, они все приятные, добрые, и, в принципе, никаких проблем с ними не было. Хорошо. Ты к нам перешел из футбольного клуба «Каспий» из Казахстана. Какие у тебя впечатления остались о футболе в Казахстане? Приятные, ничего плохого я не буду говорить. Как-никак, это моя родина, я там родился. Это был... Ну, во-первых, мне дало, что игровую практику. Я там отыграл целый сезон и практически вроде все игры в основе. И я там себя чувствовал комфортно абсолютно, меня ничего там не напрягало. Единственное, конечно, я играл в первой лиге, хотелось себя попробовать в высшем дивизионе, но не получилось, но ничего страшного. Это дало мне как футбольный опыт, так и хороший жизненный опыт. Ну ладно, тогда вот вернемся к футболу. Вот конкретно у нас, на какой позиции ты хотел бы играть? Ну, вообще, я играю в центре поля. Не принципиально где, могу в опорной зоне, могу инсайда. Ну, конечно, чувствую себя более комфортно, ближе к линии атаки. Ты номер уже выбрал? Нет, еще не задумывался об этом. Ну, надо тут посмотреть, какие игровые номера у ребят, и выбрать из тех, которые остались. То есть предпочтения особо нет, да? Ну, для меня номер не принципиальное значение имеет. Хорошо. Ну, какие планы? Сезон? На будущее? Ну, на будущее, до лета я полностью в работе в футбольном клубе «Калуга», и надеюсь, у нас осталось 9 игр вроде, если я не ошибаюсь. И мы постараемся выиграть все. Это будет тяжело, но будем стараться, возможно. Хорошо. Ну и пару слов болельщикам. Ну, возможно, скажу банальные вещи, но приходите, пожалуйста, на стадион, мы будем рады вас там видеть. Всегда приятно играть, когда на трибунах присутствуют зрители, а мы постараемся не подвести вас и будем стараться показывать как зрелищный футбол и побольше побед. Саша, спасибо, удачи тебе. Это был Александр Петров. Спасибо.